игровая гарнитура без лишних функций. Сегодня распакуем гарнитуру HyperX Cloud Stinger PS4. Перейдем к комплектации. Гарнитура, двухканальный переходник и документация. Большая часть корпуса выполнена из пластика, чтобы снизить вес наушников. Но вот дуга сделана из металла. Чашки поворачиваются на 90 градусов. Поэтому наушники удобнее лежат на шее и занимают меньше места в рюкзаке. На правой чаше расположился ползунок регулировки громкости, а на левой – микрофон. Он автоматически выключается, если его поднять наверх. Ветрозащиты на конце нет, так что размещать его близко к губам не стоит. Иначе воздух от губ будет создавать шумы. Для подключения наушники используют обычный коннектор 3,5 мм на коротком проводе в 1,3 метра. Если его не хватит, в комплекте идет удлинитель на 1,7 метра с раздельным подключением звука и микрофона. Подведем итог. Это простая гарнитура для многопользовательских игр с голосовым чатом. Из-за короткого провода эту модель удобно использовать с консолями и мобильными устройствами.